Алексей Панин уже несколько лет не живет в России. Актер пытался построить карьеру в Европе, теперь пробует зацепиться в США. При этом он не устает поливать грязью Россию и соотечественников. Теперь артист не сможет приехать на родину, ведь ему грозит реальный арест. Стало известно, что 15 февраля Алексея Панина заочно арестовали в России. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Панин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Алексея Панина смогут арестовать на 2 месяца, либо после его экстрадиции, либо после депортации на территорию России, либо после задержания по приезде на родину. Сам скандалист пока не прокомментировал решение суда. Известно, что в Россию он возвращаться не собирается, так как возлагает большие планы на западный кинематограф. Напомним, что сначала актер сбежал в Испанию, но не так давно отправился на ПМЖ в США. В данный момент он в Лос-Анджелесе, где работает с собственным агентом. Сейчас звезда фильма «Жмурки» ходит по кастингам.